Всем привет и приятно познакомиться. Меня зовут Кристина Матяшова, мне 32 года. Я родилась и выросла в Сибири. Я не только жизнерадостная, энергичная, молодая, многодетная мама, но я еще и разносторонняя личность и уникальная женщина. И я хотела бы с вами поделиться и сказать, что жизнь прекрасна. Я люблю эту жизнь. Я постоянно учусь чему-то новому и развиваюсь. Потому что желание – это тысяча возможностей. Я очень люблю спорт, активные игры. Я до сих пор играю в волейбол. Люблю петь и танцевать, потому что меня это наполняет. Прикоснусь, спокойно дышишь. Ухожу как можно тише. Растворяюсь я в толпе. Осенним утром я ушла искать ответы. Ты прости меня за это, забывая осеннее, ловлю секунды. Я занимаюсь моделингом, потому что это детская мечта, и мне это нравится. Также я занимаюсь английским языком, изучаю различные инвестиции, потому что это хочу, мне так нравится. У каждого из нас есть своя мечта и желание. Я настроена на победу и считаю, что нет ничего невозможного, потому что только действия меняют жизнь. Я желаю каждому из вас здоровья, счастья, мир и благополучия вам и вашей семье. Благодарю за внимание и за поставленное сердечко. Шлю обнимашку.